Ну что, братцы, ух, начинается мажорчик. Сразу со старта нашей команды, СНГ команды, так что вперед, Дахао! Поехали. Просто Панга, знаешь, он любит таких мягких героев очень. Вот, мягеньких. Драка начинается, Бладрайты вешаются, есть болт Джек Бойса. Ну, неприятно. Также Форс Мейджор копает его СК, Йо Пейдж его зонит и забирает его. Забирает его Гринстрок. Здесь 1-0 за командой Boom Esports. Тимса можно постараться забрать, но нападает они на Джек Бойса, забирает Тимса. И Джек Бойса бы добить, ребят, хорошо. Мясорубка просто на нулевой. Поехали, ребят. Вот это хорошее. Хорошее начало. Вот так нам и нужно. И опять саппорты вдвоем, посмотри, в миду играют. Снова. Итак, Рунтандер нажимается. Полетела реализация ультимейта. Липа 3 штучки имеется. Главное не выпустить ее. И стан не выпускает. Прекрасно. Есть. Есть убийство. Так, а Юпейдж. Хитрый жук. Что делает, а? Перетягивается у него. Единственное, что крест второго уровня. Ренжа не очень большая, но достает ренжа. Полетел крест, полетел корабль. В бухту, в Дахао. Залетает много урона. Там еще и пески замакшенные. Вырезают хп Санейка. Телепорт сбить нечем. КД все у них. Вышечку здесь пушить не собирается. Подтягивается марсианин. Итак, ставит Сарина. Поддержка близко. Там телепорты нажимают с команды Boom Esports. СК прилетает. 500 раз блинком залетает. Сюда начинается контратака. Если убить сейчас... Сикеру бы такие было бы шикарно, он бы еще залайфстилился, но в любом случае Сикер выживает, например. И кастуется эпицентр, будет врыв, замечательно, есть сайленс, нажимается, конечно, статик, захилит ли Форс Мейджор, не хватает урона, не хватает. Слишком много магии залетело, Санейка нажимает Глимс зачем-то на FBZ здесь, Лару подтягивается, Ролентандр у него имеется, вешает Слумбайн, там кого поймали, там поймали Дахао, ой, как они так сыры, неудобно, ой, как так неудобно, и Раптура, что нажимается, Дахао увезли на куда? Не на базу его увезли, ё-моё, а почему не на базу-то? Он же красный был. О, беда-то, а. Во беда-то, и тут Сикер прибегает, который разогнался уже и начинает наваливать, минус 3 делает, в развен всего лишь на одного СК, это еще не конец, нападает на Форс Мейджора у нас. Мы нажимаем Дитер, здесь уже ее Пейдж, тут как тут, а Роу, прекрасно, Бладрайт, бам. Минус 4 от команды Boom Esports. А пока пространство-то имеется, это все дает себе знать. Забирает Тимса, классно, убийство. Там что? Там корабль, нашли Дахака. Релокейт нажимается, здесь эпицентр. Помочь нужно срочно Дахаку. Тизернись, братан, не помогает на итоге Дахаку. Но в итоге они на себя внимание отвлекли. Неплохой статик ставится. Ее пейдж нажимает БКБ. Дахак пытается драться, но он очень-очень красный. Заберут сейчас, наверное, Марс. Ну, Марс играет с армлетом. Что с Дахаком там? Он бьется 1x1, ПВПшка. Забирает пока двух саппортов Бум. Пришел сюда уже у нас Джек Бойс, который просто какой-то спринтер, марафонец бежит. Посмотри на него. Это что такое? Куда его? Вот так вот. На кресте. Проблема в том, что они нападают все время первые почему-то. Boom Esports здесь. Так, захилить нужно, захилить Панга. Панга снимает сало, 8 секунд до ультимейта. Его защищает обратно, он умирает. Дахак фантазм, убить хотя бы FBZ забирают. Так, неплохо, Раптурки нету, наверное. Ох, ой-ой-ой-ой, бежать. Раптура вешается. И так, что делать, неясно, умирает у нас Марс. Марс забирает, что у нас Дахака, минус Дахак. Минус 3 делает команда Boom Esports. Минус 4, остается последний Санейдж. Санейка у нас на базе стоит. Так, ну что, вышечка у нас пока падает. Забирают вышечку здесь ребята из команды Bad Boom. Лар успевает нажать ультимейт, неплохо наказывают схема. Здесь еще бы FBZ поймать бы, но он копается подальше. Так, корабли в кого? Корабль не увидел Санейджа. Бабам. Ну, Санейка пока живет, смотри, тренд мимо, так, Санейка бежит, пацаны, остановите эту кунку, что это такое, кунку остановить, Дахао получает Раптуру в лицо, начинает бить Дахао, но он говорит, я тоже могу драться, я могу больно бить по вам, и чуть Джек Бой сейчас не отъехал, у нас глимсует обратно ее пейджа, Ару залетает, идеальные тайминги, под конец БКБ от Тимса были сейчас, Тимс, что ты делаешь, остановись, там поймали у нас кого, Марс копьет, добить как-нибудь тут, кастрюлю, блин, но он с Аегисом все равно, но... Догорит ли он как-нибудь? Топить, бегает живой, зараза. Выживает и начинает растилиться. Нет, не убивает ему Аегис, хотя было близко, казалось бы. Казалось, было близко, друзья. Там что? Там поймали, убили. Минус Марс. И, ух, какое копье, а! Но начинается контратака. Полетела Ару немножко не в цель. Раптура вешается, корабли пошли. Там ревокейт будет. Санейка поймали, ну, хотя бы Санейка. Убит они. Ну, Раптуру использовали, корабль использовали. Но опять же, корабль КД там минута, да, плюс-минус. Раптура тоже там 70 секунд КД. Ну, КД небольшие, это херня вся вообще. Еще и возвращается, умирает Форс Мейджор. И
Бумба сейчас будет, что-то пушит вышку уже. Тир 3 на ХГ, дохало пока не возвращается. Минус вообще легчайший, дохак нажимает фантазм, нападает на Юпейджа. Есть копье, хорошо, забрать бы Юпейджа, забирает дохак, нападает на FBZ, бьют, забирает также еще. И СК глимсует кого, с кем он возвращает обратно, сюда идем, минус 3. Опачки. Ща, на крест кого-нибудь посадит. И есть врыв, есть копье, нажимается БКБшечка. Арину нажать тоже нужно. Там БКБ, так что пока что из арены все выбегают. Или наоборот, не вбегают в нее. Так, Rolling Thunder уже нет, кончается БКБ, если что, у СК. СК бы забрать быстрее. Забирает его, кастуется кастуется просто шарт, получается, у Кунки. Да, это шарт. Волну он запускает, кончается БКБ. У Сикера, Сикера бы забрать. Постараться, ребятушки, немножко остается урона, совсем чуть-чуть. Добить торренты, да бля, бить до конца. Раптура навешивается, он забирает Дахау. Как происходит, Джихбой схватает ему хп. Плюс у него еще есть паладин сворд, который дает ему лайфстил классный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немножко оставалось хп, ребят. Юпейдж просто отец. Он со своим торрентом этим. Кинксвальчик вешается, полетело. Жаричка есть, копье, замечательно. Туда его на рифте, но там Аегис. Там Аегис, не забываем. У Ларла Линкин сфера. Кастуется эпицентр, залетает в Бизи. Неплохо на Дахау залетает. Полстолба ему снял, он стоит весь по спиной, если что. Есть корабль, Дахау не выходит из стана. Тут поймали Марса, Марс нажимает стан, пытается его стрелиться, не получается. Марс без байбека, не хватает ему проклятых 15 серебряников этих, блин, Дахак бьется. Клев настоящий под виспом. Линка на него вешается, прыгает. Тимс, нет, Дахак выживает. Живет, но там падает сторона. Добивают сторону здесь Буми Спортс, глинсует обратно Джек Бойса. Итак, Владрайт вешается, диффузики откидывается Лара у нас. Дахак отхиливается, возвращается, запускает свои болты. Нужно драться, откатывается у Марса, Бэдак появляется, натикали денежка ему. FBZ, осторожно нужно быть, FBZ. Песках нажимаются досты, там что у нас стоит такое? Это Марс, куда залетел? Марс, зачем? Почему туда залетел? Как же так, родной? Как же так, родной? И прописывают ГГВП у нас Бэтбумы, потому что... Ну, потому что, наверное, уже эту игру не выиграть. Но все равно они постарались камбэкать. Случайностям появляются всегда у нас на мажорах и на интернешнлах. Так неожиданно, да, не пикают его, не пикают, не пикают. А потом бабах, появляется тускар. Замечательно. Так, начинается у нас, друзья, карта номер 2. Три болеть за наших пацанов, и врываются бэтбумы. Сюда подходим по одному. Юпейджа можно забирать этого тускара наглого, который в миду у нас будет стоять, которого мы не, сами не обсудили, да? Тусик мид. Чуть не отъехал у нас таверну здесь. Было очень-очень близко. Бэтбум, да, это русская команда. Ну, как русская, СНГ команда. И это Южно-Восточная Азия. Бум Еспорт, которая справа. Марс, осторожнее нужно быть. Марс бьется как настоящий лев. Помогите Марсу, там свормы забирают у нас с кема. Марс живет, Джек Бойса убить. Хорошо. Вот так их туда. Нет, и опять, слушай, опять 2-1. Инта держит и будет держать. Лару зря сражается, но пришел сюда Санэй, какую чего урона заливает. Юпейдж, больно, минус Юпейдж. Замечательно, Санэйка, своевременный телепорт. Ну а тут уже Баншу не догнать, Банша убегает. Сюда у нас телепорт у Санэйка в КД. Там у нас Дахак бьется на ПВПшица. Но он тут ПВП сейчас выиграет просто-напросто. Ты что, Санкинг? Без боя сдаются. Итак, врывается у нас Санэйка. Нападают на Санэйка. Санэйка откидывается властами. Минус на H будет. Подтягивается Лару. Дахак. Реалит риф. Болт на 2 секунды. Минус Юпейдж будет. Моментальный размен. Ну и раз уж пришли, то можно ломать вышку. Угу. Нажимается метаморфоза. Ставится арена. Есть копье. Замечательно. Кастуется эпицентр. Прыгает сюда FBZ. Замечательно. Много урона. Но не хватает уже урона. И это минус ТБ. Сандер там был вообще не прокачан. Если что, держу в курсе. Дальше можно Юпейджа ловить. Минус 2 керри делает команда Бэтбум и Тимса. Не хватает. Не хватает. Нечем было телепортом сбить. Юпейджа увидели. Юпейдж. Лару с ним. Здравствуйте. Нажимается пульс снова. И... вот так вот тусика они легко ломают здесь на части. Тир 2 в миду, тир 2 на боте есть. Там нашли у нас, да, уже в соло, оказывается, схема. Убивает. Тут что у нас за суета? Арена! Минус Тимс, еще одно убийство. Найс, ребят, найс. Лар выходит, ну...
У него БКБ еще нету, залетает на него на эпицентре. Сэнэйдж нужно помочь, ставится хороший арен, нажимает. У нас Джекбой с БКБшку прыгает до хаоса, забирает двух героев моментально. Минус 2, пытается Джекбой улететь. Бить, хорошо! Не, ребят, все. Тут все, тут домой уже браться, тут уже 1-1 должно быть. Ну что, Лара у нас станчиками накидывает пока что. Разворачиваться, есть чем подзахилить. Его захиливают, захиливает Мьера Сонейка. Хорош Сонейч, работает качественно. Там минус первый раз забирает его, и Таегис будет. Ну и ТБ в БКБшке отступает. И это минус 2 уже, минус 3 получается. Пошли бабеки от команды Boom Esports, выкупаются. Да, дефать нужно. Пока что форма работает, можно жить. Да хао, полетел, нападает. Хорошо, сноубол. Тускарчик пока сейвит Рарблейд, да? Если Сандер, нет, нет ТБ, нету Сандера, нету ничего. ГГ! 1-1, друзья. И не надо ничего говорить плохого про СНГ. Нормально все, 1-1. Против очень сильной команды сделали сегодня Бэтбумы.